Здравствуйте, меня зовут Назим, это мой компаньон Никита, мы представляем город Орел. Наши два заведения находятся в центре города. Мы находимся в караоке «Бар Барвиха». Также у нас есть на первом этаже мясной паб «Братья Виль». И есть летняя веранда, которая, соответственно, работает летом. 2,5 года назад мы решили открыть мясной паб «Братья Гриль» и кормить людей вкусным мясом. Это наше основное направление. После того, как мы открыли мясной паб «Братья Гриль», пришла идея, что людям надо не только вкусно есть, но еще и качественно петь и отдыхать. И пришла идея открыть караоке-бар. Так как помещение у нас позволяло, второй этаж у нас был не задействован. В процессе ремонта мы поняли, что наш интерьер нужно чем-то дополнить, чтобы он не был обычным, как во многих заведениях, просто стены голые, какого-то одного цвета. И мы обратились в компанию «Призма», которая нам в этом помогла. Нашим гостям очень понравилась наша идея, и все работы, которые сделали ребята на наших стенах, ну, они зачетные, но больше всего привлекает внимание работа, которая находится в мясном пабе, на летней веранде мясного паба «Братьев Гриль». Это большая работа «Леон», который в нашем городе стал просто арт-объектом. Процесс рисунка у нас проходил достаточно интересно и занял у нас долгое время, потому что ребята подготовили очень большое количество материала, которое приходилось по несколько часов даже высвечивать, проектировать на стены. И в конце концов мы выбрали то, что из того, еще они нам предоставили, достаточно хорошие 3 работы. Сотрудничать с ребятами понравилось мне. Я думаю, что это не последняя наша работа, потому что есть еще планы на дальнейшее сотрудничество. И теперь только с этими ребятами. Объясню почему. Потому что все сроки, которые были обговорены, они были выполнены. Вся работа происходила быстро, аккуратно и чисто. После того, как ребята закончили, а заканчивали они уже в готовом помещении, в готовом ремонте. И когда они добивали, так сказать, делали стиль здесь. И все было сделано качественно и хорошо. Компания «Призма», желаю удачи, развития. Ребята молодцы, хорошо, качественно, быстро. Развивайтесь и развивайтесь.